Дольщики ЖК «Авиатор» получат свои законные квартиры. Правительству Московской области и администрации городского округа удалось найти инвестора. На объекте уже начали масштабные работы. Выполняются работы по ПВХ-остеклению, по остеклению лоджии из холодного алюминия, что позволит выполнять работы в зимний период времени. Также на объекте проведено обследование и запущено в работу лифтовое оборудование. Несколько лет назад дом с крышей, почти полным комплектом окон и готовыми к подключению коммуникациями, застройщик неожиданно бросил из-за нехватки денег. Профинансировать долгострой решила строительная компания «Инфинити». По предварительным подсчетам, чтобы химчане отпраздновали новоселье в ЖК «Авиатор», понадобится около 500 000 000 рублей. Близко к завершению решения очень важной социальной задачи по достройки данного жилого комплекса. На сегодняшний день решены все проблемы технического характера. Работы находятся в активной фазе. В соответствии со сроками, которые определил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, закончить работы и выдать ключи новоселам должны в первом квартале 2019 года.